Так, лол прокси, это же ты, Бедри, да? Все, да, давай, твой машина, короче, звездой будет. Потом что у нас, кто тут? Сейчас твой давай будет круг. Кто у нас еще кандидаты на машины? Кто умеет стакать? Крокодилыч, тогда ромб забирай. Ну что, ребята, сейчас смелее кто? Там завалите гуляющего моба. Базука, давай тогда треугольник хватай. Так, сейчас кому я что сказал? Так, это я... Окей. Базука, твой треугольник пускай будет. Миском забирает тогда луну, короче. Че, няшес тут? Вижу, что тут, но пока молчит. Ладно. Тогда давайте сразу сейчас по тачкам... Первый заход получается, сейчас буду говорить, главное не забыть, кто у нас остается. Так вот я и смотрю, типа, кого высаживать-то. Ну, в принципе, есть вот 2 ДК у нас. Так, у Норика, я знаю, ДДспек есть, а вот у Войда... У тебя ДДспек, да? А, у тебя только танк, понял. Давайте, короче, тогда первые полетят... Норик, давай ты первый в звезду. Сейчас я буду записывать это дело, чтобы самому не забыть. Так, Хардвелл, ты тоже давай полетишь в первой же пачке. Не, Крокодилыч, если ты умеешь стакать, то лучше стакай Сиди. Сейчас мы еще кого-нибудь засудим. Так, Асидора и Роланда, вы у нас Элима, да, оба? Я, да, Роланда, да. Угу. А, да там ничего сложного, там просто на шестерку нажимаешь, тебя засаживают в катапульту, и тебя водила запускает в тачку. Там главное, смотри, первый раз тебя когда закинут, ты там пушку сломаешь, после этого тебе нужно будет залезть в разрушитель по команде. Вот, и когда ты будешь в разрушителе, тебе нужно будет стакать колчдан, то есть собирать его с пола. Так, ну давайте тогда сейчас еще кого там у нас
Я не знаю, локи там нормально вообще? Ломают пушки, нет, если их закинуть? Да, по сути, любой класс ломают. Ну, тогда не придираемся вообще. Просто вот шипы, например, выжить проще, если что, тучка есть. У совы там форма кота. Локи нормально ломают. Так, сейчас еще пятерых. Нешер, как ты так же ставишь, как пятерка на кубике, на кубиках, да? Ага. Так, вот, ребят, Чиники написал. Все понимают, что сейчас будет происходить? Или кому-то что-то рассказать надо? Ну, лучше уточни. Вообще, смотрите, ребят, те, кто под первой циферкой стоят, вы сразу же с пула садитесь в разрушители и заряжаетесь в катапульту. Вас с самого пула кидают на машину эту, вы там ломаете пушку, после чего через какое-то время вас скидывает. Вы в это время подбегаете к разрушителям и по команде садитесь в них, только по команде. И пока вам не скажут снова залезать в катапульту, вы собираете для разрушителя колчедан. Там наводите, ну, точнее, просто в таргет берете сам разрушитель и смотрите, чтобы у него заряд был больше 25. Если 25 и ниже, то подбираете один колчедан. Только экономьте. Там, если больше 25, там 30 и выше, то не стоит, ждите, пока потратит. Четыре метки. А, 4 метки пятой подстраховки. Окей, окей, понял. А там, смотри, если, допустим, 4 уже сидят на Левиафане, 5 сможет полететь? Нет. Нет? То есть, а что произойдет вообще? Типа, не будет кнопка доступна для запуска? Просто упадет. А, понял. Ну, пушки-то 4. Понял. Так. Ну, давайте тогда вот самый последний, который треугольник, вы на подстраховке просто. Хотя... Нет, тогда Роланда, тебе ничего делать не нужно. Просто тогда семка, которая в треугольнике будешь сидеть, просто собирай колчана разрушителю. Если скажу, если там что-то случится, то полететь надо будет. Сань, забери ассиста, а то это скидываю с метки. А можно лучше я в треугольнике посижу вместо семки? Второй. А ты кто? Роланда. Хорошо, да, пожалуйста. Нам просто проще коммуницировать с ней. Без проблем. А, все вижу. Так, сейчас Коси там метку хоть поставил. На Луну, да?
Ну все, давайте по позициям. Там, где, кто не подчинится, рушители, чинитесь, чтобы фулл колчедан был сразу. И ханта присуманьте, пожалуйста. А, давайте еще разбафаемся, те, кто полетят. У тебя там дашерс есть, это самая РБ, да? Нет. Достанешь? Поставить не могу. А, у тебя не поставится, да? Нет, я тоже просто не могу поставить. Банк поставил. Ну, я взял стак еды. У кого кулинарка прокачана? Кто сможет ставить? У меня есть. Ну, я потом... Ага. Ну, все, я уже нашел. Человека. Все, давайте по машинам. Суманили всех. А что, еще кого-то не засмалили? Сильно нет. Кто летит? Садись куда хочешь, на осадку там. Ну, в основном в осадку. Тут рушители уже места заняты. Бери в осадку, садись, как хочешь. Я типа МК бафну. Какая-то... А поставьте меточку на разрушитель, ромбик. Поставил. Повтори еще раз, плиз, про вторые. Ну, давайте о вторых. У меня тут в чате записано сейчас. Так, Алакрити — звезда, это вот вторых называю. Пропаганда — луна, Чикатило — печенька, Мискул — ромб, и Роланда, ну, сидит на треугольнике постоянно. Не, я не понял, второй сразу залезает и сидишь за командой? Нет, смотри, вначале запускают первых, как только увидел то, что первый улетел, все туда, на машину, можешь садиться после этого, а только раньше не сядь. До этого момента я ля-ляку, либо вожу колчедан на чоппере, да? Там мгновенно. Нет, то есть тут сразу же нас закинет, как, прям почти с пула, просто чуть раньше этого момента не залезть, потому что могут сбакнуться, и тогда не сможешь колчедан собирать. Понял. Все, давайте готовность. Есть у кого-то место в осадках? Что-то меня выкинули уже два человека из двух осадок. Все заняты, что ли? Ребята, у кого есть место, делитесь. Осадные 5 машин. Это что, мне на чоппере ездить или что? Хорошо, может, ну, один на мопеде. По-любому будет ездить. А, да? А, я не знал. Ладно, я поезжу. Ты вылез какой-то, да? А, все. Колчедан забили уже, и зачем? Ну, это видел, там кто-то не подтвердил готовность. Там все хорошо у людей сейчас уже? Все, я уже сел, да, в осадку. Сильно вылез. Ну все, давайте пуляем без чата. Поехали. Все, вторые номера садитесь. Лодки повесить. Да куда ты уехал-то?
ты за мной бежал все это время? Ну да. Не понял, а почему ты сразу не сел, когда я выплюнул? Че, все пушки снесли, да, вроде? Ну там крополи у пушки стоят, вообще что-то не добивается она. Или четвертую, по-моему, не запустили, что ли? Четвертого человека. Да не. А сколько он здесь? Он там сдохший уже есть. Кто-то не долетел. Запустите кого-нибудь из людей, попробуйте. Ребят, первые номера, кто не улетел? Ты нет, не улетел, да, Норик? Хорош, таргет взяло, я начал вылетать. Давайте доламывайте. Все, система остановилась. Ищите свои машины, кто сейчас спрыгнул. Готовим вторых закидывать. Ну, те, которые летят, должны умереть. Все, готовимся. Залезайте, вторые номера. Залезайте. Шестерку нажимайте. Быстрее, а то первый сдохнут. А, ну, тут один руситель уже сдох. Там как бы уже вайп. Ну, ладно, ложитесь. Слезьте с тачек. Чё, кто в итоге не улетел? Хардвелл? Ну, да, кто, не улетел? Кто первый сдох? Или он, или пропаганда? Не, там вторые номера. Я так и не понял, пропаганда, почему ты не смог меня догнать? Вот если я знал, почему ты не смог догнать. То есть, нет, смотри, я еще стоял на месте, я выпустил его, то есть я еще стоял тогда на месте. То есть ты за это время не сел, понимаю. А что там Хардвелл с тобой случилось? На тебе босс был? В смысле, это как? Ну, он на него метку кинул, за ним ехал. И все. Подожди, ты же пассажир, а не этот. А не водитель. Почему? Так, а кого я назначал? Подожди, блин, ты это тоже не написал. Ребят, напишите плюс, кого я назначал на эти, на тачки. Так тебя потом и посадили как бы на такую роль, которая ничего не надо. Там просто взлетаешь, тебя точнее закидывают, ты просто ломаешь пушку и все. Там больше ничего делать не нужно. Так, еще напомните, где какая метка стояла на жителях? У Бен ведь, а какая была? На рыбку тыкнул, хавайте. Ага, спасибо, сейчас. Так, что-то я в глаза долблю. Где последний нарушитель-то? А, вот он стоит, он, да, вижу. Так, смотрите, пометка нормально все раскидал. Кто у нас должен быть? Это получается где? А, подожди, печенька Хардвелл. А не ты, не аж раз печеньки должен быть водилой? Ты меня назначал? А, ну да. Ну ты, скорее всего, не здесь был, да, в этот момент? Садись, водила, в печеньку тогда просто. Хавайте, кто еще не похавал из ребят, которые залетают.
У меня, блин, скоро чат с моими пометками уедет. Далеко и надолго, надо быстрее убить. Можно сделать макрос просто. Надо бы, но я ж не подготовленный, нифига. Так, ладно. Все, Хардвелл сейчас убедится, что ты именно пассажиром сел. Все, отлично, давайте готовность. Так, а Крокодилыч у нас отменяет. Он офлайн, что ли? Да-да, не переживай. Хардвелл сразу загружается на шестерку. Так, а Крокодилыча там что у нас? Этот ромб, да? Селисонг, ты там рядом? Так я первый лечу. Все, отлично. Так, и кто там еще? Там и Мискул должен быть рядом. Ну, я справа от треугольника стою. А, подожди. Подожди, нет, стоп. Мискул у нас на машине получается, да ведь? Да, на машине, да. Так, давайте тогда другого кого-нибудь. Кто там свободен? Кто там на мотике? Я. Ну, садись туда. Какой? Вторым к ромбу. Сейчас. Он слева находится. Все там, да? Все, давайте, поехали. Погнали. Стоп. Так, все, вижу то, что все запрыгнули. Нормально. Так, пошла остановка. Ищите свои машины. Я сейчас выпрыгну. Я в рабе прыгаю. Так, вторые номера, готовимся загружаться. Скажу сейчас, когда. Все, загружайтесь. Все нормально, там 4 пушки. Вот такой вот. Так, у нас Хардвелл умер, надо будет потом на следующую остановку это того, кого-нибудь еще одного закинуть. Так, первые номера, готовимся сейчас загружаться. Все, загружаемся. А, все нормально. Ром, тебе надо искать колчедан. Там у входа, я вижу, Миску фига. Поехали к входу, ну. Так, ищем машины. О, у меня сейчас в огонь прям мне. Подыщи поближе. К Колчедану. Колчедану, Колчедану. Так, готовимся. Еще загружайтесь, вторые номера. Все, все. Поближе, 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 подъедь. Здрасте, загружайся. Все, давай. Там 4 таргета? 2. Давайте еще. Давай, кидай меня. Кидай меня, кидай меня. Я умер. Чего-то. Не, я Мискул говорю, кидай пускай. Ну, что-то как-то фигово. Что-то непонятно ничего. Там, скорее всего, каст не сбили, то что люди умерли наверху, наверное.
Ну, кое-кто заморозился еще. А. Там, если кто не знает, лучи, которые ездят за вами, они останавливаются, когда ваша машина останавливается, а потом падает через 3 секунды лед. Нужно остановиться, чтобы луч остановился, и потом ехать.